Всем привет, ребят, с вами Зигзагмёр, у нас сегодня игра про мультиплей. Ребята, сегодня я даю на права на грузовой транспорт. В следующей серии, наверное, мы будем уже работать дальнобойно. Да, ребят, это обучение стоит 10 тысяч долларов. Поехали. Мне Джим позвонил и сказал, есть свободная фура, у него стоит здесь. Я уже пробежался. И вот здесь она как бы стоит. Я их ее не видел. Он сказал, она старая, не новая сразу. Говорит, что доска не похожа. Давайте посмотрим, где. А ну ясно, понятно. Тип сканер, да. Что лишь не знаю, что с ней. Ну ладно, есть какая. Блин. Машина закрыта. Может, Джину где-то оставил эти ключи. Может, здесь? Да я сам вот помещаюсь. И здесь ничего. Здесь ничего. Ха-ха-ха. Здесь ничего, здесь ничего. Ну. Что, вижу, правда, если говорю. Сейчас буду туда залезть. Ухо. Вот это лай. Чик-трик. Там. Все, еле достал. Давайте откроем, попробуем. Без номеров фура. О, сработало. От первого лица, вот я слышу. Поехали. Ну, конечно. Завести делать. Ну ладно, поехали. Здесь вообще неподалеку, тут уже близко. И уже это. Вот здесь вот уже школа воздея. Вы сейчас скажете, да, как ты сейчас едешь? Сейчас я езжу так, как вина в машине проходит. Так, отсюда мы не начинаем, да? Заглушим двигатель. Все, выйдем. Все, у нас начался. Садись. Так, заводим. Поехали. Надо не врезаться никуда. Свет тебя включим. Или полностью включим. Полностью включим. Там еще нам станет маршрут какой-то. И, наверное, успешно я точно уже не получу эти права. Опа-на! Так, ребят. Мы еще приехали. Поехали. Он соблюдать правдорожное движение. А, да. Я просто уже прошлый раз забил. Окей. Еще такой кружок, и опять... Положено... Через Джимми там проехать. Окей. Ага. Зеленый горит. Блин,
мне что-то угрожает. Я ГТР сделал, ясно, понятно. Ай, заглохла машина. Тут тыщи приехали. Чё вон стоят? Что они мне скажут? И скажут, что они скажут мне? Что они скажут? А... Вот она в синей футболке стоит. Ну, простите, то что я знал? Так. Пошли, 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 пошли. Так, то что я сдал? Видите? Ты ждён? Да? Ну, четыре. Вот четыре. Четыре из пяти. Понял? Да, понял, понял. Хватит махать мне. Ну, а вернуть Джимми и Фо, да? Да, да. Иди, иди. Я тебе даже похлопаю своими подружками. Тихо. Ага. Я сказал, у меня на четверку. Приехали. Приехали. А где наши люди? Блин, не трогай. Чё произошло? Никто же этого не видит, да? Да ничего. Всё равно Джимми потом заплачу. Вот видели, как я прыгал. Чё так? Вообще я водить умею? Давайте просто ему бросим в этот. А, дожди заезжает. Давайте закроем. Пусть так машина. Ясно, понятно. Так, еще положим ключи. Не, давайте не выложить. Давайте, может, сейчас посмотрим. Посмотрю. Сколько ролик? 7 минут, нормально. Так, идем, идем, идем. Может, мы успеем съездить и устроить эту работу, которую я хотел. Она там возле... А это возле одного пацана, короче. О боже, какого пацана, я не понимаю. Ты не туда едет. Кто едет вообще? По его слову. Если бы еще бы доехать. Еще бензин так и тратит за глаза. Я же туда еду. Да должен туда. Не нужно эти 10 километров. Как это сюда поеду? Не знаю, что вы заберете. Но где же это будет тратить? Сейчас вот эти фура едет на скорости. Стой, 10 километров, сейчас ничего. Давайте их будем быстро. Стойте! Тормоза плохие. Ай, больно. Так, где-то. Такие. Сейчас дымят кто-то, пацаны.
блядь, прокрыли. Вот он, его дом. Тут нехило он живет. И вот это, который перед нами. Просто я скажу, может, устроимся на работу, а в следующий раз надо поработать. Все, я пошел говорить с ним. Он у меня дизелей получит. Представляю его в голову. Боже, что я несу? Если я попробую, это вырежу. Такой, все, я пошел говорить. Заходи. Так, ребята, я ему прострелил голову. Не то. Ребят, короче, он сказал мне, что... А, что? С вами Жека Полторашка. Ой-ой-ой. Ой, мне что-то другое просилось. Не так, ребята, он мне сказал, что... Это... Сказал, можно устроиться только там с условием. Давайте потанцуем напоследок. А! Супер танец. Ребят, с вами был Зигзаг Мир. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пукисики, пука, 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 пука. I love you.